Ассаламу алейкум. Вы добровольно, по зову сердца, и вы вышли защитить свою родину, свои ценности. Мы вам желаем удачи. Берегите себя, поддерживайте друг друга и слушайте приказы командиров. Исполняйте. От вашего имени хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, генерала-полковника, который с начала проведения СВО непосредственно контролирует учебный процесс добровольцев, а также выполнение ими поставленных задач. Ежедневно он на связи с нашими командирами. Также от вашего имени хотелось бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, который непосредственно днем и ночью поставляет нам все, что необходимо для проведения СВО на территории Донбасса и Украины. Вы прошли переподготовку российского университета в городе Кудермес. Самое главное, вам придется выполнять служебно-боевые задачи по защите населения. Я уверен, что вы с поставленной задачей справитесь. Я желаю вам успехов, удачи, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. Ахмат, сила! Россия, мощь! Когда приехал сюда, погостеприимничали, вообще все на высшем уровне было полностью. Опять же, инструктора в Руси очень опытные, грамотные. В Российском университете спецназа сосредоточены лучшие специалисты военного дела. Спасибо большое нашим инструкторам. Понаслышке знаю, что хорошая подготовка, хороший командующий состав, соответственно, отношение к рядовому составу на высоте.